самых великих команд мира. Против традиций, против английской команды, которая им воспользуется. Две молодые команды. И эта молодость может проявляться по-разному. Была в естественном положении. Это не важно, потому что это игра рукой, вернее, матч. Там лет 7 или 8 назад. Так вот, Фред Лэмпорт. Технично сыграно. И назад можно сыграть, показывает. Здесь не хватает футболиста Аякса, но они идут до конца. Здесь там уже свеженький Альварес. Удар поворотом. Это сейв. Миши Батшуаи выходит на целых 3 гола в 2 матчах. В том числе и в разгромном матче против клуба Гримсби Таун. Миши разворачивается. Его здесь преследуют. Не дают пройти дальше. Снова Батшуаи под атаку. Пусть даже пока втроем. Слева Джеймс уже перекрывает ход. 4. Аякс забирает мяч. Справа открывается Джеймс. Сильный прострел. Опасно. У Пулишича из-под ноги. Решающих судьбоносных противостояний. И рядом был Ковачич. Тами Абрахам не очень точно в подыгрыше. От него партнеры будут ждать еще одной подачи. Следует прострел. И тоже очень... Маркус Алонсо. Альварес. Вновь был не безупречен. Альварес. Кому-то покажется и притянутым за уши, и расчетливая передача. Сейчас классно вдоль линии штрафной. Средний такой. Но соперников таков, что... Да, отчаянная борьба за... Альварес. Смотрите, таких грамотных исполнителей приобрели взамен сразу американские ребята. Эдсон Альварес, он сейчас с мячом. Хороший заброс на Альвареса. Ну а тут сейчас в отборе сыграно. Виллиан катит на Хадсон-Одой. Еще одна ударная попытка. Сейчас вот вроде бы мячом... Альварес. Альварес, да. Очень сложно. Абрахам. Аякс, Челси. Аякс 6 очков после 2 туров. Челси 3 балла имеет. 17-й Мейсон Маунт, 19-й номер. Опасно не будет. Поэтому я думаю, что даже в самом начале второго тайма уже не рано будет вам об этом. Эдсон Альварес. Контратаку. Под это дело устроить очень даже. Ох, как здорово! И штанга! Нет, на сей раз это Альварес. Прошу прощения. Да. Прежнему нет голов. Но в этом Пулишич. Кристиан Пулишич. Альварес. На левый фланг. Мартинес. Альварес. В разных турнирах, ну и у тех, у других